Мы продолжаем говорить о парках. Теме очень актуальной, интересной. И начать здесь надо с небольшого исторического экскурса, а именно с того, какие города мы построили в течение 20 века. 50-е, 90-е годы прошлого столетия мы, к сожалению, построили города, которые не совсем подходят для современной жизни. Что мы получили? Мы получили массу экологических проблем, загрязненный воздух, загрязненную воду, почву. Мы получили социальные проблемы, расслоение, сегрегации, молодежной преступности. Мы получили проблемы с автомобилями, точнее, с их засилием, автомобильные пробки, да, невозможность комфортного движения пешеходов. Все это в комплексе привело к тому, что города к концу 20 века стали совсем неудобны для жизни человека. Поэтому, когда люди, эксперты, урбанисты начали задумываться о том, как изменить современные города, они пришли к выводу о том, что нужно кардинально пересмотреть работу в сфере развития общественных пространств в целом и, в частности, по развитию парков. Итак, какие сегодня основные две тенденции в развитии парков можно увидеть? Я бы даже сказал не тенденции, а функции современного парка. Исходя из этого, мы поймем, какими должны быть парки, как их проектировать, как их создавать и обслуживать в дальнейшем. Эта информация важна как для тех людей, которые проектируют парки, архитекторов, ландшафтных дизайнеров, так и для представителей власти, которые являются заказчиками этих парков, ну и для всех горожан, потому что именно горожане являются потребителями, и они должны понимать, что должны представлять собой парки, как развивается мировое парковое дело и парковое дело России. Кстати, хочу сказать сразу, что Россия, начиная с 2017 года, это год начала большого федерального проекта формирования комфортной городской среды, совершила огромный рывок в деле развития парков, и сегодня наша страна один из мировых лидеров. По многим позициям мы не только не отстаем от передовых стран мира, но где-то даже опережаем. Поэтому вот за такой короткий промежуток времени мы сделали огромный рывок, и эта работа продолжается. Уже эта программа будет продлена как минимум до 2030 года. И это значит, что у нас в стране появится еще больше современных комфортных парков, я надеюсь, и в нашем городе, и в нашем крае. И, соответственно, мы должны понимать, какие парки надо создавать. Итак, две главные функции современного парка. Первая функция, очевидная и понятная для всех, это функция взаимодействия с природой. Собственно говоря, парк для этого и нужен, потому что мы лишены природы в городской среде, или точнее общение с ней минимизировано. И поэтому задача парка восстановить это единение с природой. Мы должны получить в парке чистый воздух, не только чистый, еще и увлажненный, да, потому что наличие зелени как раз делает его более влажным. Мы должны получить здесь возможность движения, это тоже важная часть нашей биологической составляющей человека, потому что мы возникли как вид в движении. Мы должны получить возможность взаимодействия с животным миром, это тоже важно. Ученые недавно выяснили, что просто наблюдение за белочками в парке резко повышает гормон счастья и, соответственно, снижает уровень стресса. Поэтому все эти вещи, очевидно, должны быть отражены в парке. Но вторая функция парков современных, она менее очевидна, но не менее важна, а может быть даже и более. Это функция социального взаимодействия. В чем проблема? В современном городе, к сожалению, мы очень разобщены, есть такой термин, атомизированы. То есть каждый из нас очень мало взаимодействует с людьми, близкими, родными. Да, мы вроде бы погружены в социум, да, очень много людей в городе, но искреннего, теплого, близкого общения не хватает. Не хватает это на уровне семьи, на уровне родных, близких, друзей. И поэтому вот ключевая задача парков – это дать возможность людям именно взаимодействовать друг с другом. Но и не только с родными и близкими, но и с другими горожанами. И тут тоже очень важна задача парка – это сглаживание социальных противоречий, социальных различий. В парке все равны.
Парк – это общественное благо, и им могут пользоваться разные люди. И, пользуясь парком, они все превращаются в одну единую общность. Это общность горожан. Другая важная социальная задача парка – это укрепление связи человека с местом проживания, осознание своей идентичности, осознание истории места, где ты живешь. Ну и еще одна важная задача сегодня парка – это решение социальных проблем. Например, многие развивающиеся страны рассматривают парки как важнейший механизм борьбы с преступностью, с неблагополучными районами, да, потому что появление современного общественного пространства, оно резко снижает и уровень преступности, и решает очень много социальных проблем. Вот, собственно говоря, две основные функции, хотя мы понимаем, что парк, помимо этого, современный, это еще и важная экономическая функция, но мы ее оставляем за скобками. Мы все это понимаем, да, что это оживление городской экономики, это привлечение инвестиций, это привлечение людей креативных, интересных, которые готовы жить в городе. Поэтому экономический эффект от парков колоссален. Таким образом, мы видим, что современный парк, если он грамотно спроектирован и грамотно реализован, превращается в универсальное средство решения городских проблем. Решение как проблем физического здоровья человека, так и его социального благополучия. Поэтому с пониманием этого мы и должны подходить к проектированию парка, к его строительству и дальнейшему его развитию. Вот давайте посмотрим, как это отражается уже в конкретных тенденциях работы парков. Соответственно, тоже два блока тенденций таких я бы мог выделить. Да? Первое связано как раз с функцией связи с природой. Что мы видим сегодня в современных парках? Ну, во-первых, главный, конечно, принцип проектирования и развития парка – это экологичность. Что это значит? Это значит, что нужно минимально вмешиваться в ландшафт, постараться вписывать объекты паркового хозяйства в существующую природную среду. Это значит, что нужно использовать экологичные материалы в современных парках и, конечно же, минимально вредить природе. Да? И более того, стараться создавать парки так, чтобы они эту природную среду, наоборот, обогащали, давали возможности для того, чтобы природа обогащалась и, соответственно, давала человеку возможность качественно взаимодействовать с этой самой природой. Что еще, да, в проектировании сегодня характерно? Во-первых, это я не устаю об этом говорить, что парки сегодня городские, они должны быть связаны друг с другом осями зеленого каркаса, и более того, они связываются и с прилегающими озелененными территориями города, и таким образом возникает единая структура зеленых насаждений, которые называются зеленый каркас города, который как раз обеспечивает приток свежего воздуха, обеспечивает развитие природы и обогащение ее, дает возможность людям передвигаться этими зелеными коридорами и таким образом минимизировать пользование, ну, скажем так, автострадами, какими-то дорогами автомобильными и так дальше, потому что все эти зеленые зоны, они еще, как правило, связаны пешеходными, либо велосипедными маршрутами, и, соответственно, это расширяет возможности человека для движения. И, кстати, решает еще одну важную проблему сегодня современного города – это дефицит движения. Что еще в экологичности или в тенденции экологической характерно? Это развитие лесопарков активно. Сегодня это тренд, особенно вот лидер в этом отношении является сегодня Московская область, которая буквально совершила колоссальный рывок в деле развития парков, но они делают акцент на именно лесные территории, у них так проект так называется, парк в лесу, и лесопарк современный представляет собой такой симбиоз парка и лесного массива, минимум объектов, в то же время благоустроенные дорожки, места отдыха, места для сбора мусора, для пикников, и все это позволяет лес, пригородный лес, гораздо более интенсивно использовать, при этом минимизировав ущерб этому зеленому массиву. И в результате, конечно же, люди получают прекрасные места для отдыха. Все это тренд, все это активно развивается сегодня. Еще один тренд в этом направлении – это активное развитие экотроп, чтобы люди могли двигаться именно
по таким маршрутам, получить возможность общения с природой, некого уединения, отдыха от городской суеты. Еще одна интересная тенденция – это особое внимание взаимодействию с животным миром, для того, чтобы люди могли как-то поконтактировать там, с белочками, с рыбками, с птичками. Сегодня тренд, например, живые уголки. Например, в парке Сокольники есть интересный орнитарий, где живут птицы, в том числе и хищные птицы, где можно посмотреть их в естественной среде обитания. Но что касается второй тенденции или второй функции парка, имеется в виду функция социального взаимодействия, здесь тоже очень много интересных наработок. Давайте по порядку. Но первая, опять же, тенденция, о которой я не устаю говорить никогда, это общественное проектирование. Никогда вы не сможете создать общественное пространство, если вы не спросите тех людей, которые будут им пользоваться. Собственно, технология общественного проектирования как раз и позволяет узнать мнение людей, пользователей парка и отразить это в проекте. Есть специальные механизмы, методики, как это правильно делать. Поэтому сегодня ни одна современная зеленая зона без этой технологии не проектируется. Это сегодня аксиома. Еще одна важная тенденция – это общественное соучастие. Люди хотят помогать парку, работать в парке. Поэтому активно развиваются волонтерские движения, обязательно общественные советы в парках. Это движение «Друзья парка», который действительно активно помогает развитию парка. Что еще характерно? Конечно же, это создание мест, где люди могут взаимодействовать друг с другом. Это танцплощадки, это поляны для пикников, это какие-то игротеки, это места, где люди могут быть друг с другом, общаться и быть близки. Еще одно интересное направление развития парков – это включение в них социальных объектов, которые помогают как раз это делать. Имеется в виду, появляются различные дома творчества, какие-то спортивные объекты, какие-то творческие объекты, там, павильоны искусства и так далее. Все это дает возможность, во-первых, парку всесезонно работать, во-вторых, конечно же, расширяет спектр услуг, которые они предоставляют. Еще одна очень интересная тенденция – это тесная связь парков с искусством. Потому что современное искусство, оно очень хорошо взаимодействует с парками, есть такой термин «коллаборация», да? И поэтому, когда появляются такого рода объекты, парк только от этого выигрывает. Ну, например, можно потрясающий пример привести, знаменитый парк Никола Ленивец в Калужской области, 200 километров от Москвы, огромная территория, но которая является вообще уникальным объектом, где современные такие объекты искусства, которые притягивают людей со всего мира. Интересный парк «Елочки», где есть арт-парк, это город Домодедово под Москвой, где тоже потрясающие такие объекты современного искусства созданы, которые притягивают людей. Это тоже сегодня очень обогащает парки. Ну, еще одну тенденцию хотел бы обозначить, да, что при организации событий в парках сегодня делается упор на решение различных социальных проблем. Ну вот, например, у нас сегодня есть задача увеличения продолжительности жизни людей. В Москве, например, реализуется интересная такая программа «Московское долголетие», в рамках которой пожилые люди могут получать бесплатно целый спектр услуг, в первую очередь в парках, там проводятся зарядки, танцевальные мастер-классы, различные мероприятия, в рамках которых пожилые люди могут общаться друг с другом, взаимодействовать, двигаться, ну и, соответственно, повышать качество своей жизни и продлевать свою жизнь. Это, ну, или вот есть проблема, например, сегодня одиночество, да? Соответственно, организуются вечера знакомств в парках, в рамках которых люди могут найти себе друзей, единомышленников, а может быть и супругов. Так что сегодня мы видим, как парки превращаются в мощнейший инструмент преобразования городской среды. Вот почему сегодня развитие парков – это генеральная линия в развитии городов. Я рад, что наша страна в этом отношении очень активно развивается, будет развиваться, уверен, в дальнейшем. И я также уверен, что и наш регион, и наш город к этому процессу присоединятся и будут также
создавать современные и комфортные парки.